ночи. Моя душа замерзла, но хочу я снова жить. Когда приходишь ты, страдания позади, сражаюсь в темноте, ты меня спасал, Женя. Вижу свет. Хочу я жить сейчас, мой выбор, жизнь моя. Сынок, подожди, я не очень хорошо видит. Ой, немного запуталась. Как твои дела? Да сынок, нормально. Осваиваюсь пока что, но грома сокола я пока что не видел. Да, я тоже его еще пока сегодня не видела. Сегодня ужасная ночка выдалась. Да? Да, страшный сон приснился. Не представляешь. А еще мне почему-то было холодно. Да. Носки забыла купить. Мне сегодня нормально спалось. Никаких плохих снов не было. Это хорошо. Я рада за тебя. Хоть кому-то удалась эта ночка. Ну да. Хорошо спать, когда все родные близко. И когда панталоны греют. Ха-ха-ха-ха. Что ты за сон на них наслал? Я? Я ничего не слал. Это все их воображение. Во мне грибы двигаются. Что тебе надо? Мне? О, ты не поверишь, что мне надо. Сынок, ты бредишь наяву? Все хорошо? Все хорошо, мам. Просто птичка болтает. Ты понимаешь птиц? Невероятно. Ты тоже сошел с ума, как и я. Ну, хоть чем-то мы похожи. Да. Чем-то. Слушай меня внимательно. У тебя осталось несколько дней, чтобы забрать душу своего брата. И если ты этого не сделаешь через пару дней, точнее, извиняюсь, несколько, контракты не нарушаю, то я заберу твою душу. Помнишь, как и договаривались? Срок уже тикает. Тик-так, тик-так. По мозгам не капай. Кап-кап. Ты понял меня? Да, и я понял. И еще одна просьба. Докладывай. Не жри, пожалуйста, что попало. Плохо. Печенка придавливает. Да понял, понял. Что? Ничто, мам. Так, просто. Ну, ладно, хорошо. Наверное, много тебе не знаю. Расскажи о своей жизни. Что рассказывать? Бродил туда-сюда. И ничего особого не нашел. Кроме того, что начал понимать птичий язык. Итак, 3 минуты. Раз, 2. Ой! Гром! Сокол? По мозгам не цокол. Сынок, с тобой все в порядке? Сынок, все в порядке? Спится таким. Да, нормально. Что ты здесь делаешь? Я пришел домой. Подожди, я понял. Ясно. Как твои дела, братец? Нормально. Подожди, еще одна волос не осталась. А ты не рад меня видеть? 50 на 50. 50 да, 50 сомнений. Все ясно. Что тебе ясно?
как ты и был неуклюжим же ребенком, как и остался. Я жеребец вообще-то. Да шо ты? Да шо ты? Поешь паштеты. Где ты таких слов набрался только? Из своей головы, если ты не знал, у меня большой обширный словарный запас. Не тыкай меня! Я не тыкаю, я лишь подтыкиваю. Как ты и был неуклюжим. Как не надо тыкать на мои нюансы! А ты не тыкай своими паклями. Я думал, ты скажешь пальцами. Учился, слов понабрался, да? У домашней кобылицы? Нет, молчи, она уже давно не домашняя кобылица. И не несет никаких небылиц. Вспомнил первую, фразу из первого сезона. Приехали. Как ты не изменился? Ой, да ты так, я смотрю, изменился. Такой же бука. Во-первых. Во-вторых. Не перебивай, старших. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Елочка, гори. Кошмары снятся. Не выспался, бедняжка. Нет, не кошмары. Бабочки летают. И стрекозки. Да. Дай розовенькие. Угадаю. Видеотени. Нет. А ты откуда знаешь? Красные топки. Я здесь левая. Я попозже приду. Я вернулся. Откуда ты знаешь? Снились иногда. Что, один и тот же сон? Почти что. И что, а в конце что? Страшные морды. Нет, еще в конце. Конечнее. Конечнее, я не знаю. Я просыпался от ужаса. А тебе разве в конце сна не снились, а мы в детстве? Представляешь, нет. Я даже вспоминать об этом не хочу. Как ты подставил меня? Я подставил. А ты так меня не подставил. Слушай, Гром, я не говорю то, что я не виноват. Я если тоже виноват. Если бы ты туда не пошел. А ты мог меня остановить, но ты молча за мной пошел, и я подумал, что это игра. Я тебя хотел защитить. Ты мог мне сказать не ходить туда, когда я только поднялся, но не когда я уже забрался на высокую гору. Я тебя хотел... Вау, нас рекламируют! Если бы ты не подвел меня тогда. Где? Я тебя защитить хотел. Я даже погнался за тобой, чтобы ты не споткнулся. Ты мог меня остановить сразу. Мог сказать, сокол, не ходи туда. И я бы спустился. Но нет же. Я пошел выше, и ты пошел за мной. Защитить меня. Я тебя защитил потом от этого льва. Это геопард. Ой, или кто он там? Слушай, Гром, я признаю, что мы оба виноваты. Вполне достаточно. Да, я не подумал об этом. Я тоже об этом не подумал. Спасибо. Прости меня. О. Да, правда, прости. Может быть, если бы я не пошел туда, точнее, бы хорошо подумал, то это бы ничего не было. Я бы не подвернул ногу и не страдал бы с ней всю жизнь. А ты бы не лишился половины уха. Но я же защищаю тебя. Я знаю. Слушай, Гром, мы так испортились с тобой. А раньше мы были не разлей вода. Раньше мы были такими настоящими братьями. Но сейчас из нас не братья, а враги какие-то. Как будто мы вовсе никто друг другу. Да, ты прав. Правда, я сожалею то, что случилось тогда в детстве. Но этого уже не исправить! Тихо. Не понял. Ты его видишь? Не понял. Подожди. Он ты, он ты, он ты. Вы как две капли воды, только он с ушами, а ты без одного. А? А?
А ты кто? Я Заноза. Заноза? Тихо ты! Что? Разве ты его не видел во сне? Да я откуда знаю, он это или ты, вы похожи. Хотя нет, по-моему, это он, потому что у него было два уха. Он демон. Мама! Блин, ладно, хотел запрыгнуть на тебя. Твой брат прав. Я и вправду не то, что ты думаешь или видишь. Я его тень. Он стал моей жертвой. Жертвой чего? Приношение. Ага, отношение. Гром, тут такая у вас милая мелодрама разыгралась, что я даже не хотел мешать. Но потом, блин, вспомнил, извиняюсь, не очень-то удобно в таком теле. И решил, что все-таки стоит помешать вам. Э? Это он о чем? Пьяный тип. А? Ну так, ни о чем. Как это ни о чем? Что вообще происходит? О, да ты, оказывается, не такой уж и тупой, сокол. Смотрю, ты не особо-то и спешишь забирать его душу. Что? Мою душу? Ни за что! Гром, я думал, что мы с тобой помирились. Но ты, оказывается, все-таки предатель. Нет, это правда. Я не хотел. Я не думал, что так будет. Что это все значит? Значит, я тебе не нужен, и ты готов отдать меня? Нет, ни за что. Поверь, сокол, так оно и есть. Я попытаюсь это как-нибудь воспринять. Пока, Гром! Ну что, так же намного интереснее, когда вы в ссоре, чем вы миленькие лучшие братья. Ты все испортил. А что я испортил? Примирение? Оно и зря. Разве ты этого хотел? Вряд ли. Я это хотел. Да, я хотел видеть своего настоящего брата. А что, это была фальшивка, кукла? Какой же все-таки дурак ты, Гром. Сомневался, оказывается, я тебе засомневался я. Хоть я тебе и дал несколько дней, но по моим чувствам, по моим магическим чувствам, мне кажется, ты не справишься и не захочешь этого сделать. Так как я уже обрел полную силу тебя, то я смогу сам забрать душу твоего брата. Ни за что! Ой, я, блин, не пощечину, я же не девчонка. И ты. И заберу обязательно твою душу. Надо найти сокола. Я не должен это допустить. Сокол!